ते भक्ति विदंता माधवैति नामिने नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियतमने श्री श्रीमद् भक्ति विदंता नारायणैति नामिने श्री कृष्ण लीलाकथने सुदक्षम औदार्य मधुर्य गुणैश्च युक्तां वरं वरिण्यां पुरुषां महान्तं नारायणं त्वं शिरसा नमामि त्रिदंडिनं भक्तशिरोमणिं च श्री कृष्ण पदाब्जधृताय करिदि चैतन्य लीलामृत सरसराम नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्राचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम् Vairagyuk bhaktirasam prayatnara paimamanabhipsumandam kripam buddhirya paradukha dukhi sanatam tam prabhumashrayami mancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyevacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namam vrindayai tulasi divyai prekeshavasya krishna bhakti pradadevi satyavatyai namo namam Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Прежде всего, кланяюсь лотосным стопам, Дикша Гуру, Нитялил Правишта, Ом Мишнапад, Старашвата Шишимад, Бхактинанта Нарайна Гасвами Раджа. Также кланяюсь с лотосным стопам своего Шикша Гуру и Саньяса Гуру, Шрила Бхактинанта Мадхава Мараджа, и кланяюсь с лотосным стопам Шрила Бхактивиген Бхарати Гасвами Мараджа, своим духовным дедушкам Шрила Бхактинанта Свами Мараджа, Шрила Бхакти Прагьян Кешу Гасвами Мараджа. Я кланяюсь всей своей Рупануга Гуру Варги, всем Вайшнавам, Вайшнавам, моим наставникам, также собравшимся с преданным уважаемым гостям. Харе Кришна. Сегодня мы будем с вами читать Шри Бхаджанарахаси Бхактивинода Такура. Я буду ее читать в те дни, когда нет Бхагавадгиты, нет Брихад Бхагаватамриты, то есть вторник, кроме вторника, четверга, и в те дни, когда кроме тех дней, когда и, может, иногда буду еще читать Кришна Лилу с комментариями Шрилы Вишнуната Чакравартти Такура. Тоже. Текст первый. Кришна Варнатвиша Кришнам Сангапагастра Паршадам Ягьяй Санкиртана Прайяр Хаджами Кали Паванам. Я поклоняюсь Господу Шри Гауранге Кали Паване. Павана означает спаситель. Спаситель Кали-юги, который дарует освобождение живым существам Кали-юги, проповедуя совместное пение святых имен Господа Шри Нама Санкиртана Ягью. Он прославляет имя, образ, качество и игры Шри Кришны, совершая Санкиртану. Он поет два слога – Кри и Шна. У него тело золотистого цвета, его окружают его анги, спутники – такие как Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху, Упанги, слуги такие как Шривас Пандит и другие чистые преданные, Паршады, приближенные такие как Шри Сварупа Дамодар, Шри Рамананда Рай, Чигадар Пандит, шесть Госвами. Своей астрой, оружием, харинамой он уничтожает невежество. В этом стихе я захотел узнать, что означает анги-упанги? Ну, анги – это понятно, это часть. Это синоним слова амша. Джаявадарма Шрила Бхактивинода Такура объясняет, что все экспансии Господа Кришны делятся на две категории – свамши и вибинамши. Его собственные части
не отлично от него относящейся категории Вишну, Татва, и Вибинамша, относящейся категории Джива. Вот. Анги, здесь имеется в виду Вишну Татва, то есть Амши Верховного Господа. Нитянанда Прабху, Адвайта Прабху. Они Вишну Татва, они Верховный Господь, они относятся к этой категории. И Упанги. Здесь в скобочках объясняется, что это такие, как Шривас Пандит. Вот. В других местах можно найти упоминание, например, Шрила Бхактивинода Свами Прабхупада, Читани Чаритамрити. Слово Упанга объясняет как кала, то есть часть части. То есть это тоже Амши Кришны, Самши Кришны, только как, есть полная часть, а есть части частей. Вот Упанги – это части частей. Почему Шривас Пандит отнесен к категории Упанг? Например, Анисварупа Дамодар, Рай Рамананда или Гадар Пандит. А эти упомянутые вайшнавы отнесены к категории Паршада, спутников Господа. Потому что Шривас Пандит является Нарадой, а Нарада – это аватара. Мы сейчас слушаем с вами по утрам Харикатху Шрилы Бхактивинода Махараджи по Лагу Бхагаватамрите Шрилы Рупа Госвами. Он это объяснял, что четверо кумаров Нарада Муни произошли из гарба Дакаша, и Вишну является его аватарами. Ну, поэтому он здесь записан в категории Анг. Точнее, не Анг, а Упанг, извиняюсь, Упанг. То есть части частей Господа. Паршада – это вечные спутники Господа. Шакти-татва. Не Вишну-татва, а Шакти-татва. Далее Бхактивинода пишет. В Шримад-Бхагаватам 11.5.32 содержится подобный стих. Кришна-варна-твиша Кришнам Санго-пагастра Паршадам Ягьяй-санкиртана-праяй Яджан-тихи-сумедаса. Когда Кришна приходит в Веккали, у него золотистый цвет кожи, а Кришна, то есть он не темный, он золотой, светлый. Кришна варнам, варна означает цвет его, Кришна варна, варна означает слоги, это будет сейчас объясняться. Он постоянно поет два слога Кришна, Кри и Шна, вот это и есть Кришна варна. Его сопровождают его воплощение, слуги, оружие, близкие спутники, разумные люди, сумедаса означает, медас означает разум, медас означает разумный, а со означает очень разумный, те, кто обладает особым разумом. Поклоняется он, совершая санкиртана яги. Джай Джай Шри Читанья Джай Нитянанда Джай Двайта Чандра Джай Гаура Бхактавринда Кали Джива Ударите Парататва Хари Навадвипи Айла Гаура Рупа Вишкари Йога Дарма Кришна Нама Смарана Киртана Санго Пангай Витарила Дия Премадхана Джива Расу Нитья Дарма Нама Санкиртана Аня Саба Дарма Нама Сидира Карана. Шри Хари, сама абсолютная истина, не шел в Навадвипе, как Гаура Сундара, чтобы даровать освобождение живым существам Кали-юги. Вместе со своими спутниками он раздает сокровища Кришна Премы, проповедуя Шри Кришна Нама Санкиртану. Из наставлений нашего духовного учителя, из его объяснения, мы знаем, что Санкиртана бывает разных видов. Есть санкиртана качеств Господа Гуна Санкиртана. Есть лила санкиртана, прославляющего лилу, игры. А вот есть нама санкиртана, прославляющего имена. Мы сейчас с вами параллельно читаем Брихат Бхагаватамриту. Мы как раз подходим к тому месту, где главный герой Гопа Кумар будет совершать нама санкиртану. Как там? Шри Кришна, Гопала, Харе Мукунда, Говинда, Хенанда, Кишора Кришна, Ашри Ашода, Таная Прасида, Шри Дживана Радикиша, Шри Валла Бидживана Радикиша.
вот этот киртан, нама-киртан, то есть состоящий из святых имен Господа. Он раздает сокровище Кришна-према, проповедующий Кришна, нама-санкиртану, который является юга-дхармой. То есть тем способом в нашу эпоху, в нашу югу, который наиболее, то есть лучше всего позволяет раскрыть возможности, способности дживы, стать ей самой себе, обрести себя. Или по-другому, религии, предписанные для нынешнего века. Намасанкиртна — это единственная вечная религия живых существ. Все остальные дхармы второстепенны и предназначены для того, чтобы достичь совершенства в повторении святых имен. Второстепенными дхармами имеется в виду, ну, например, варнашрама дхарма, когда человек исполняет свои предписанные обязанности в обществе и действует в соответствии своему духовному укладу. Но все это продиктовано ложными представлениями о себе, материальными представлениями о себе. Здесь Бхактивинода Тхакур говорит, что это предназначено для того, чтобы достичь совершенства повторения святых имен. Иногда бывает так, что человеку трудно принять ту проповедь, которую несут наши ачарьи в ее наиболее... То есть та часть, которая наиболее существенна. Там, где говорится о следовании Шри Чайтанья Махапрабху, о служении его настроению, Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамена Бутале Свайма Рупа Кадамахьям Дадатисла Падантикам. Там, где говорится о сокровенных причинах прихода Махапрабху, о том, что пришел дать Шри Чайтанья Махапрабху в эту эпоху, Анар Питача Римчарат Каруна Ватир Накалов. Это суть проповеди в нашей линии, но нужно понимать, что есть, что все люди находятся на разных ступенях развития. Я вспоминаю одного бхакту, ну, как одного преданного. Вот. Он родился в семье преданных, но его уровень развития таков, что когда ему говорят о манджаре севе, о манджаре бхаве, гопи бхаве, о служении Шримати Радхике, его просто воротят от этого. Это не его уровень, и не надо его заставлять. Это нужно тонко прочувствовать. Я помню, как однажды, это было в Кешваджи Гаудиматхи, мы слушали лекцию Харикатху Шрилы Бхактивинода Ванна Махараджа, и в этот момент туда в алтарную спустился Шрила Мадхава Махарадж и спросил нас, сидящих в алтарной комнате перед Шрилой Ванной Махараджем, какова наша цель, и преданные начали говорить: «О, гопи бхава, манджари бхава». Вот. Он спросил нас: «А не хотите стать слугами Гурудева для начала хотя бы?» То есть это так. Служение, то служение, которое совершает Шрила Рупа Госвами, является прайоджаной в нашей школе. Но прежде чем это произойдет, прежде чем прайоджана так проявится в сердце, пройдет время. Вначале человеку понять, что он просто не тело. Если он себя считает мужчиной, а вы ему будете про это говорить, неужели думать, он сможет принять то, что вы скажете? Нет. Если человек очень далек от чистого преданного служения, он живет такими представлениями, что я тело, я русский, понимаете? Ему хочется исполнить свою дхарму в рамках варнашрама, он хочет быть воином или торговцем, или еще кем-то, браманом. И пока он на этом уровне, если вы дадите больше, его будет тошнить. Понимаете? Нужно давать, так сказать, вот он сейчас подошел к тому, что он хочет исполнить вот это. Он еще это не исполняет, но он чувствует, что это будет правильно. И нужно помочь в этом. Постепенно поднимать сознание. Сначала объяснить, что он не тело, что он не русский. А у нас сейчас в стране это, как называется, не знаю, до какой степени сейчас это правильно, но был такой период очень сильный. Вспышка русского национального самосознания. Понимаете? Шрила Бхактивинода Тхакур начинает эту книгу с молитвы Шримана Махапрабху.
единственная обязанность всех джив заключается в поклонении Шри Гаурасундари, поэтому его зовут Махапрабху. Махапрабху. Прабху означает кто могуществен, кто обладает силой, кто помогает, кто заботится. А Маха значит великий. Перенявшим настроение Шри Радхи и цвет ее тела. Шри Кришна Чайтанья – центральная фигура в Навадвипа Лили, то есть в играх в Навадвипе. Предстает в пяти ипостасях, как Шри Кришна Чайтанья, как Шри Чайтанья Махапрабху тут написано, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Адвайта Ачарья, Шри Гадхар и их спутники во главе с Шри Васом. Это наивысший объект поклонения, то есть Панчататва. Единственный способ поклонения и служения Шри Гаурасундари заключается в Намасанкиртане. Данный процесс является наиболее могущественным среди девяти главных процессов бхакти. Совершая Намасанкиртну, преданный практикует все остальные составляющие бхакти. Если во время киртаны другие виды саданы, то есть духовной практики, не практикуются, в этом нет потери. Потому что киртана самодостаточна, она поддерживает арчану, то есть поклонение Господу, смарну, памятование и так далее. Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур пишет о том, что санкиртана является самой могущественной ангой бхакти, формой преданного служения. Об этом пишет Шрила Рупа Госвами, то есть он полагается в этом на авторитет Шрила Рупа Госвами. Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синду, где он дает основы духовной науки о бхакти, он говорит, что среди 64 форм преданного служения 5 являются могущественными по своей силе, по тому, насколько быстро они могут привести к бхава-бхакти, то есть к цели. Потому что для человека, практикующего бхакти, садаки, бхава-бхакти является целью. А для бхава-бхакти – према-бхакти, то есть служение с любовью является целью. И среди этих пяти анг-бхакти – санкиртна, первейшая. Совершая санкиртну, то есть следуя процессу данному панчататва-атмакой Шри Гаурасундари, вот это интересное такое выражение, панчататва-атмака. У нас в Джаядаване есть следующее использование этого слова атмака. Шри Антардвип, Майяпур, Симантадвип, Годрамдвип, Мададвип, Кололадвип, Притудвип, Джанадвип, Модрадрумадвип, Рудрадвипа, атмака, Шри Нинавадвип, Дамки, Джай. То есть атмака означает душа этих девяти островов Шри Чайтанья Махапрабху. Или Шиши Рада Кришна, Гопа Гопи, Гоговардан, Двадаша, Ванатмака, Шри Враджа Мандалки Джай. То есть Ванатмака, Двадаша Ванатмака означает душа 12 лесов, это Кришна. Вот. Гокула Махотсава, то есть праздник Гокулы. Есть песня, киртан очень простой, который мы часто поем. Джая Гора Хари, Джая Гора, сейчас это. Нитьянанда Пранадана Надья Бихари, Гардара Пранадана Надья Бихари. То есть там прославляется Гора Хари вместе с этими своими спутниками из Панчататвы. Вот. Он является жизнью душой Адвайта Ачари. Шриваса Такура. Есть много песен, где об этом говорится. Вот. Итак, совершая санкиртну, то есть следуя процессу данного панчататва атмакой Шри Гаурасундары, можно по-настоящему служить Шри Кришне. Более того, я помню, как Шрила Мадхва Махарадж рассказывал нам недавно о том, что существует два типа танца раса. Раса, танец раса Кришны и танец раса Шри Чайтаньи Махапрабху. В танце расы Кришны присутствуют только девушки в Радже с Кришной. Больше никто не может присутствовать. Никакой мужчина другой присутствовать не может. Запрещено.
в танце расы Шри Чайтанья Махапрабху запрещено присутствовать женщинам. Только мужчины присутствуют. Все женщины приходят туда в образе мужчин. Например, Шримати Радика пришла в образе Гадара Пандита, чтобы участвовать в этом танце расы. Называется Санкиртана раса. То есть, то понимание, я помню свое первое понимание Намасанкиртаны, которое я получил, когда пришел в ИСКОН, это когда много-много преданных вместе поет Харинам. Вот. Это мое первое понимание было Санкиртаны. Сан означает совместное. Со временем очень сильно изменилось. Шрила Гурудев нам объяснил, что Санкиртана означает со всеми бавами, со всеми настроениями. А откуда они берутся? От гуру, от чистого преданного. Поэтому совместно означает совместно с чистым преданным, с представителем Шри Нитянанды и Гоура Хари, с представителем Шримати Радики, от кого исходят эти высшие настроения. Вот. И однажды это перерастет в то, что преданный попадет вот в такой киртан, как рассказывается в читании Чаритамриты или в читании Бхагавати в доме Шриваса Такура. В первом тексте автор провозглашает Шри Гаура Сундара — это сам Кришна. В слове «Кришна» варнам есть два слога — «Кри» и «Шна». Если личность обладает качеством Кришна-тва, то есть является Кришной, то это предполагает наличие качества Бхагавата, то есть, что он является Бхагаваном. То есть, если кто-то Нет, я не знаю, как тут отключить микрофон у других. Ладно. То есть, если кто-то обладает всепривлекательностью и способен даровать наслаждение каждому, то он обладает качеством Кришна-тва. А это означает, что это предполагает наличие качества Бхагавата. Потому что кто, кроме Бхагавана, способен обладать такими качествами? Даровать наслаждение каждому? Ведь у всех разные запросы. Природа у всех разная. Каждая религия в нашем мире сегодня претендует на исключительность. Они пытаются сказать, что только наш Бог – Бог, и Он самый лучший. Все остальное – это непонятно что, и нас не привлекает. И мы даже не верим, что там Бог есть. В своем произведении, да, Гита Говинда Джайдев Госвами начинает свое произведение Гита Говинда Джайдев Госвами начинает с Дашаватара Стотры, где он перечисляет 10 аватар. В основном это лила аватары Господа Кешева Кришны. Вот. И у каждой этой аватары, у каждого этого образа Кришны, например, Матси-аватары, Вараха-аватары, Курма-аватары, есть свои преданные. Этот образ Господа вечный, он приходит в этом образе из духовного мира. И почему Господь проявляет такой образ? Потому что он подчиняется любви своих преданных. Чья-то любовь в сердце такова, что она вызывает, побуждает Господа принять такой образ. Вот. Поэтому Кришна обладает тем качеством, что он может даровать счастье, наслаждение каждому. То есть он может удовлетворить любые запросы в плане преданности и любви. И он в этом плане еще и всепривлекательный. Он есть суть всей сладости всего привлекательного. Поэтому он является Бхагаваном. Таким образом, имя Шри Кришна Чайтанья указывает на эти два качества. То есть Кри и Шна. Слово Кришна Варнам относится также к тому, к
кто при воспоминании о своих прежних исполненных высшего блаженства играх Кельвиласе испытывает сильнейшее ликование, погружается в трансцендентные эмоции и постоянно прославляет варнам имя Кришны, то есть совершает Кришну, совершает киртану. Тот, кто последует за Шри Чайтаньей Махапрабху, примет его своим шикшагуру, наставником, баджна шикшагуру, наставником. Он примет необычайный нектар послания Махапрабху в свое сердце. И это послание, этот нектар побудит такого преданного, опьянев от этого нектара, постоянно петь киртану. Об этом говорит Махапрабху. Тринада описанична тарора, описахишна аманина, манадина киртани, а садахари. Садахари, значит, он постоянно поет. Он поет постоянно не потому, что обрел такую силу воли, чтобы постоянно способен поддерживать киртану. Нет, он не может не петь. Потому что его сердце поет, оно в блаженстве. В постоянном, нарастающем блаженстве. Анандам Будхи Варданам. Вот. Варна означает постоянно усиливающееся ананда, блаженство. Но чтобы удержать этот нектар в своем сердце, нужно обладать теми качествами, которые упомянуты в этом стихе, в третьем стихе. Тринат Апи Суничина Тарор Апи Сахиштана. А чтобы обрести такие качества, нужно общаться с чистыми преданными. В обществе чистых преданных естественным образом разовьются эти качества. Они просто заразят этими качествами. Они просто заразят. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Человек естественным образом отражает качество тех, с кем общается. Об этом предупреждает Хираньякашипу Шандуя Марку, чтобы они ограждали прохладу и других школьников в их школе от неблагоприятного общения с вайшнавами, потому что общение подобно кристаллу. Какой предмет перед ним поставишь, так, в такой цвет этот кристалл и окрасится. Из сострадания он принял золотистый облик и пришел, чтобы научить все живые существа повторять имя Кришны. Я честно скажу, я не смогу ответить на этот вопрос, я не думал. Я сейчас вместе с вами первый раз читаю Баджанарахасию, к моему своему стыду большому. Я не читал эту книгу прежде. Я знаю, что Баджанарахасия – это объяснение фактически шикшаштаки, то есть учение Махапрабху о воспевании святого имени. Вот. Я слушал много раз лекции Шрилы Гурудева и своих старших по Баджанарахасии, но никогда ее сам не читал. Вот, сейчас вместе с вами читаю, и поэтому… Вот это вот высказывание из сострадания. Он принял золотистый облик и пришел, чтобы научить все живые существа повторять имя Кришны. У меня вызывает вопрос. Почему? Потому что это выглядит как внешнее объяснение. Потому что то, что мы знаем из объяснения Шрилы Гурудева, он принял золотистый облик не потому, что он захотел, взял и принял, а потому что он хотел насладиться настроениями, которые испытывает Шримати Радика. Он хотел понять глубину ее счастья, величие ее любви к нему и так далее. А она, чтобы защитить его, окружила его своим сиянием со всех сторон, обняла. Как об этом поет Шрила Парам Гурудев, Шиши Рада Винод Бихари Татваштаки в первом стихе, Алингита. Вот обняла его со всех сторон. Это не то, что его было решение. То есть, да, у него было желание, она его исполнила. Вот. Да, он обладает необычайным состраданием. Океан сострадания, океан милости, Каруна Синду, Крипа Синду. Вот. Но это объяснение с точки зрения внешней причины. Из сострадания он принял золотистый облик и пришел, чтобы научить все живые существа повторять имя Кришны. Я это принимаю, могу принять только из как объяснение внешней причины, потому что не то, что он взял и просто принял этот облик, нет. Он хотел постичь любовь своей возлюбленной, он хотел понять ее саму. А она, чтобы защитить его,
облекла его в свой золотистый цвет, в свое золотистое сияние. Оно само проявлялось в их сердцах, когда они получали даршан Шри Гаура Сундары. Шри Кришна, по милости которого невозможно становиться, Шри Кришна, по милости которого невозможно становится возможным, принял образ преданного и явился как Гаура Сундара. Другими словами, Шри Кришна сам предстал в образе Гаура Сундары. Обычно садакам трудно понять воплощение Шри Чайтанья Дева. Обычным. Не обычно, а обычным садакам. Что имеется в виду под обычными садаками? Ну, например, Амбариш Махарадж. Бхарата Махарадж. Это садаки, великие садаки, описанные в Шримад Бхагаватам. Но их уровень их цели в сравнении с садаками в нашей школе таков, что здесь и называются обычными садаками. То есть те, кто идут по пути Вайди Марга. По пути преданности Господу, где очень много айшварии, благовения, почтения, страха даже. Обычным садакам трудно понять воплощение Шри Чайтанья Дева. Почему? Потому что их Господь являет себя как Верховный Господь. А Шри Кришна Чайтанья скрывает, что Он Верховный Господь, не позволяет другим думать, что Он Верховный Бог. Он затыкает уши и говорит: Вишну, Вишну, Вишну. Когда они говорят: ты Верховный Господь Нараяна. Шримад Бхагаватам 7.9.38 Прахлада Махарадж говорит: Чхана калоуят абхавас триюгатха сатвам опурушоттама. В Кали-югу ты скрываешь себя. О Пурушоттама, то есть он обращается к Верховному Господу, он говорит: в Кали-югу ты скрываешь себя. Тебя называют Три-югой, Господом, который нисходит только в Три-юге, то есть три эпохи, первые три. Сатья, два пара, трета, ну или трета, два пара. Потому что в священных писаниях не содержится ясных свидетельств относительно твоего скрытого воплощения или чхана, аватара. Чхана означает скрытого. Великий пандит Сарвабхаума Бхаттачарья, увидев ярко выраженные признаки наивысшего экстаза, суддипта ашта сатвика бхавы у Шримана Махапрабху поражен, так как знал, что люди не способны испытывать такие исключительно редкие трансцендентные чувства. Мы сейчас для справки обратимся к комментарию Шрила Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Вот. А он, в свою очередь, обращается к комментарию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такуру Прабхупады. Он говорит, Шрила Бхактисиддханты Сарасвати, по поводу этого суддипта сатвика бхав. Словосочетание суддипта сатвика следующим образом объясняется в Бхакти Расамрита Синдху. Перечислены 8 трансцендентных изменений викаров, бхава-викаров, которые, сатвика бхава-викары, которые претерпевают тела возвышенных преданных. Иногда преданные сознательно подавляют эти признаки. Я помню, нас еще Гурдев учил, он говорил, что если чистые преданные себя не раскроют, обычные преданные не смогут этого понять. Они не смогут понять, что перед ними чистые преданные. Уттама вайшнава. Быстрее начинающие преданные примут другого начинающего преданного, конечно, дикари, за уттама вайшнава. Вот. А настоящего Утама Вайшнава примут за Каништу Адхикари. Вот так он говорил Шрила Гурудев. Он говорил, потому что Утама Адхикари владеет своими чувствами виртуозно, и он может скрывать свои переживания. Вот. И здесь говорится, да, преданные сознательно подавляют эти изменения, то есть эти переживания. В таком подавлении признаков экстаза выделяются два уровня. На языке Писания они называются Думаита и джвалита. На уровне думаиты тление, то есть самое начало проявления духовного экстаза, самое в виде тления. Вот как здесь все сравнивается с огнем, с пламенем. Вот. Когда огонь только разжигают, видели, как разжигают с помощью дощечек аруни ведические браманы огонь. Они не пользуются спичками или зажигалками. У них есть специальное приспособление с помощью дерева аруни. Они
с помощью трения создают уголек, тлеющий уголек, который они из дощечки потом опрокидывают в специально подготовленную такую, ну, пучок соломы, так скажем, что-то, что легко загорается. Вот. И вот это вот тление, то есть огонь есть, он еще не проявлен, еще пламени не видно, но жар от него исходит и дымок исходит. То есть какие-то признаки есть. Итак, на уровне дауметы тление слегка проявляется один или два признака экстаза. Имеется в виду ашта сатвика викары. Те, которые в теле проявляются, такие как слезы, волосы дыбом, изменение цвета кожных покровов, катание по земле. Вот. Один или два могут проявиться таких экстазов. Когда же проявляется одновременно два или три признака трансцендентного экстаза, их еще можно скрыть, но уже с большим трудом. Этот уровень называется джвалитой, горением. То есть сила чувств в сердце преданного начинает уже гореть. И поэтому труднее это сдерживать. Когда проявляется 4 или 5 признаков экстаза, это означает, что достигнут уровень дипты, пылания. Проявление 6, 7 или сразу всех 8 признаков экстаза говорит о достижении уровня удипты, сияния. А когда все 8 признаков усиливаются в 1000 раз и проявляются одновременно, следует понимать, что преданный достиг уровня судипты, ослепительного сияния. То есть есть 5 степеней развития экстаза, так это описано Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху. Вот, ослепительное сияние, то есть сдерживать это невозможно, и скрыть это невозможно. И когда Махапрабху вбежал в храм Джаганатхи первый раз и увидел Джаганатху, увидел Шримасундру Кришна, экстаз был настолько силен, он потерял сознание, то есть вошел в сознание, в антардваш, внутреннее сознание, которое его перенесло во врадж. А Сарубабхатачарья, увидев этого молодого, юного, красивого, ослепительно красивого саньяси, увидел эти признаки экстаза. И он подумал, такого не может быть. Я читал об этом в писаниях, но никогда не видел, чтобы хоть кто-то проявил что-то подобное. Итак, великий пандит Сарубабхатачарья, я просто еще раз место прочитаю, увидев ярко выраженные признаки наивысшего экстаза суддипта ашта сатвика бхавы, то есть ослепительное сияние, когда проявлены все 8 ашта сатвика викар, все 8 изменений в трансцендентном теле, Шримана Махапрабху был поражен, так как знал, что люди не способны испытывать такие исключительно редкие трансцендентные чувства. Тем не менее, он усомнился в том, что Шриман Махапрабху был самим Кришной, и высказал это сомнение Шри Гопинатхачари. Атаева триюга кари, кахи вишну нама, калиюги аватара нахи, шастра гьяна. Сарубабхатачарья сказал, писания утверждают, что в калиюгу не бывает воплощений Шри Вишну. Поэтому его называют триюгой. Читаем Шри Тамта, Мадья 6.95. На что Гопинатхачарья ответил, калиюги лила аватара, накаре Бхагаван, атаева триюга кари, кахитара нама, пратиюги карина Кришна, юга аватара, тарканишта хридая, томара нахика вичара. В калигу не бывает ли аватар Шри Бхагавана, поэтому он носит имя триюга. Но он, несомненно, воплощается в каждую эпоху, в каждую югу. Почему? Кришна это обещает Арджуне в конце два пара юги. Вот-вот начнется кали-юга, он обещает, когда бы не пришел выпадок дхарма, когда бы злодеи не дошли до крайности, я проявляюсь, чтобы восстановить справедливость, восстановить дхарму, покарать злодеев и спасти праведников. Но он, несомненно, воплощается в каждую югу, говорит Гопинатхачарья, Сарубабхатачарья. И такие воплощения известны как юга-аватары. Твое сердце окаменело от сухой логики и аргументов, поэтому ты
не принимаешь эти факты во внимание, игнорируешь их, хотя это написано в шастре. Читание Чаритамрита, Мадья 6.99.100. Когда Шри Рай Рамананда, то есть Вишака Саки во Врааджа Лили, получил даршан Махапрабху, о ком даршан имеется в виду? О ком даршан здесь говорится? О том, который произошел на берегу Годавари. Одна из главнейших причин, по которой Махапрабху отправился под предлогом поиска своего старшего брата Вишварупы в Южную Индию. Он на самом деле шел, чтобы встретиться с Рамананда Раем, чтобы получить необходимое наставление. Вот. И там он даровал свой даршан, раскрыл свою тайну Рамананда Раю. И здесь он говорится, что он получил даршан Махапрабху, со всей ясностью постиг истину о том, кем Махапрабху был на самом деле. И он сказал Рамананда Рай: «Пахиле де килум томара саньяса сварупа, саньяси сварупа, эби тома де кимуни шьяма гопарупа, томара сумуки деки канчана панчалика, тандра гоура канте томара сарва анга дхака». Сначала я увидел тебя в образе саньяси, а потом в образе темноликого мальчика-пастушка, то есть Кришны. Теперь я вижу ослепительную, сверкающую фигуру, которая стоит прямо перед тобой и своим золотистым сиянием покрывает все твое тело. Читание Чаритамрита, Мадья 8, 268-269. В различных Пуранах доказывается, что Чайтанья Махапрабху – это сам Шри Кришна. Источник всех воплощений. Рады-рады. Источник всех воплощений, совершая для Шри Кришны церемонию наречения именем, Шри Гаргачарья сказал: «Асанварнастрайохьяся гринатоньюгамтану шуклорактастатхапита иданим кришнатамгата». Твой сын Кришна нисходит каждую югу, каждую эпоху, как аватара. В предыдущих воплощениях его тело было белого, красного и желтого цветов. В нынешнем воплощении его тело черного цвета. Шримад Бхагаватам 10.8.13. Это та глава, где описывается намакарна, то есть церемония наречения именем, тайная церемония, которую провел Нанда Махарадж в коровнике, в Гошале, точнее провел Гаргачарья, священнослужитель семьи Васудевы, который пришел по просьбе Васудевы в Вриндаван к Нанде Махараджу. Остальные все церемонии для Кришны провел Багури Риши и Шандири Риши, и местные мудрецы, местные браманы, Браджабаси. В Махабхарате Данадхарма 149.92.75 говорится: «Суварнаварна хейманго варангаш чандананганди саньяса кричама шанто ништа шанти параяна». Это все свидетельство шастр о том, что Махапрабху придет, потому что Гопинат Ачарья сказал же Сарвам Ачарья: «Ты заблуждаешься». На самом деле в шастрах есть подтверждение о том, что в эту эпоху Кали Господь не сходит. Бишма сказал Юдхиштхире Махараджу: «Сначала Кришна предстает в образе грехастхи. Его тело сияет цветом расплавленного золота. Он необыкновенно прекрасен». Смотрите, великие личности, как их называют, махаджаны, такие как Прохлад и Юдхиштхира Махарадж, знали о приходе Махапрабху. Им была ведома такая великая тайна. Еще Бог знает когда, но я имею в виду сейчас Прохлада Махараджа. Это же когда были эти игры, связанные с Нарисимхадевом? Он придет в образе грехастхи. Его тело сияет цветом расплавленного золота. Он необыкновенно прекрасен. Украшенный сандаловой пастой, он постоянно повторяет Кришна. Затем он принимает саньясу. Он всегда уравновешен, непоколебимый в своей милости проповеди Харинама Санкиртны. Он одерживает верх над философами и персоналистами, выступающими против бхакти. Он высший обитель мира и преданности. На этом я закончу читать на сегодня, чтобы оставить время для вопросов. Сейчас прочту, что там написали. Я читал, что Шри Кришна – это Каруна, а Рада – Каруна Майи. Таким образом, Махапрабху – Махавадханьяя, самый милостивый. Шри Кришне невозможно стать самым милостивым, в том числе в отношении к дживам.
не приняв настроение и, соответственно, сияние Шри Радхики. Ну да, это очевидно. Просто я говорил о том, что когда Бхактивинода Тхакур там пишет о причине, о том, что, что Кришна облачился, то, что он проявил это золотистое сияние, он говорит, что из сострадания к дживам. Вот. Но это внешняя причина прихода Махапрабху. В читании Чаритамриты говорится о внутренней причине прихода Махапрабху, о том, о чем говорил очень часто наш духовный учитель, особенно во времена Дипмандала Парикрима. Там, где говорится «Чирадая праная махима кидришова наева», вот этот стих. А тогда Шри Чайтанья Махапрабху олицетворение милости обоих и Радхи, и Кришны. Поэтому он Махавадания, наиболее милостивый. Если у вас вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Если есть дополнение, говорите. Хари Кришна, Махарадж. Хари Кришна. Мои поклоны. Вопрос по больше, наверное, по Брихад Бхагаватамрите, но, наверное, с сегодняшней темой тоже связан. Мы слышали, что Гопа Кумар, он перемещался по всем мирам благодаря тому, что он повторял мантру, которую он получил от духовного учителя, Гопала мантру. Вот это давало ему возможность перемещаться где угодно. И я задумался над тем, что в Чайтанья Чаритамрите, по-моему, Ади 7.73, как раз в том месте, где Махапрабху рассказывает о том, как он получил мантру от духовного учителя и так далее, и там как раз объясняется, что благодаря Кришна-мантре преданный вырывается за пределы материального мира, а благодаря Кришна-наме преданный обретает ступы Кришны. И, это полностью соответствует этой истории про Гопу Кумара. Да, но у меня в чем вопрос, что буквально там через пару стихов в Чайтанья Чаритамрите говорится, что нама – это суть всех мантр. Вот. Сарва мантра, сара. Вот. И, соответственно, получается, в чем, то есть у меня не стыковка, почему мантру отделяют, в данном случае Гопала мантру отделяют от Кришна намы? Потому что получается, Гопа Кумар, он повторял и то, и другое. То есть Гопала мантра, она состоит из имен Кришны. Вот. Но почему вот такой акцент делается на том, что мантра, Кришна-мантра дает освобождение, а Кришна-нама дает ступы Кришны? Я просто пока ответа на это не знаю. Может быть, ты знаешь или слышал что-то. Я могу просто повторить то, что обычно нам рассказывали по этому поводу. Боюсь, это не будет полноценным ответом. Итак. Сутью дикши является святое имя. То есть это самая существенная часть посвящения. Поэтому харинам гуру является самым важным в жизни ученика. Мантры гуру дает, чтобы помочь ученику достичь совершенства повторения святого имени. То есть, чтобы обрести осознание своих отношений с Кришной, самбанду, без которой невозможно произнести чистое святое имя. Вот. И вот когда преданный достигает осознания своих отношений с Кришной, восстанавливает свою самбанду, свои отношения с Кришной, все, он вырывается из плена материальной энергии, он больше себя не отождествляет ни с кем в этом мире. Uh-huh. Он освобожден. Поэтому функция мантры на этом выполнена. Они больше не нужны. Это очень хорошо, об этом очень хорошо говорят спутники Господа Свайкунхи. Они проповедуют, они объясняют, обучают Гопа Кумара, они говорят, все, теперь ты можешь прекратить повторять Гопала мантру. Ее функция выполнена. То, что она могла тебе дать, она уже дала. Теперь возвращайся во Вриндаван, в Баума Вриндаван, земной Вриндаван, вернись снова в материальный мир, в Баума Вриндаван, и совершай Нама Санкиртну, она тебе даст больше. Она пойдет дальше. Почему? Потому что потому что святое имя. Потому что Ниджа Сарва Шакти, потому что он вложил туда все свое могущество. Да, это понятно. Просто
Просто нет необходимости вот этих дополнениях, таких как ом, клим, в этих биджа-мантрах, нет необходимости в этих глаголах, которые стоят в конце, намас, вага, прочёда и так далее. Нет необходимости, остается только святое имя. В этом есть необходимость только в процессе обретения своей сварупы, в процессе обретения своего осознания себя как слуги Господа. Вот. После этого нет необходимости. Остается только святое имя, остается Кришна. Все, это уже вошло в сердце. То есть вот это вот состояние, то есть бхава, осознание своих личных отношений, уже там, все, нет необходимости. Поэтому эти вспомогательные элементы уже не нужны, я так понимаю. Но объяснений я специально не слышал такого, потому что если есть святое имя в той же гопали мантре или там еще в какой-либо мантре, то можно продолжать повторять, если, поскольку святое имя есть, оно будет работать и дальше. Но, исходя из объяснений, которые дали Вайкунхаваси Гопакумару, они говорят, нет необходимости, оставь саму суть, само святое имя. До этого, да, это было необходимо. Например, как ягья. Мы проводим ягьи. Это часть нашей культуры, часть нашей традиции. И преданные говорят, а зачем нам ягья, если есть санкиртана ягья? Верно. Санкиртана ягья, это мы сейчас только что читали в Баджанархасе, Бхактинатакура об этом говорит, что это есть лучший способ поклонения Верховному Господу, Шри Чайтанья Махапрабху. Но, тем не менее, мы смотрим, что наши ачари проводят яги, регулярно проводят яги. Это в нашей традиции. Почему? А потому что Бхусвана душа нуждается в этом. У меня есть опыт, когда яги приводила к тому, что преданным возвращался вкус повторения святого имени. Она очень благоприятна. Огонь, как такой, я не знаю, как архетипичный символ, я не знаю, может, неправильно использую это слово архетипичный, то есть некий такой символ, который обращается к глубинам, к подсознанию, к нашему прошлому опыту, это нечто такое завораживающее. И манипуляции с огнем, они приковывают внимание. Но при этом произносится, например, во время вайшнавы хомы, мы произносим имена Верховного Господа, мы произносим имена его спутников, мы предлагаем им... ну, внешне это выглядит, по крайней мере, как зерна, да, но мы произносим сваха, сваха означает «я себя предлагаю». Вот. А потом обязательно поется санкиртана, нама санкиртана. То есть в завершении яги поется обязательно нама санкиртана. Вот. То есть суть этого процесса в том, чтобы помочь. На определенном этапе это важно, как и поклонение божествам. Когда преданный не осознает своих отношений с Богом, самбанда не развита, то поклонение божествам очень помогает. Но когда это уже произошло, это развилось, он погружается в лила смарану, он погружается в намабаджан настоящий. В этом нет необходимости. Сейчас я прочту, что-то пишет, возможно, что как раз то, что необходимо. А что Ананда Прабху пишет? Мантра необходима для обретения самбанды. А когда самбанда обретена, то в ней нет уже необходимости, как я понимаю. Но Ачтунанда Прабху, я об этом сейчас только что и говорил. Вот. Просто у меня возник вопрос. Хорошо, но там же внутри мантры есть святое имя, поэтому можно повторять дальше мантру, и она будет дальше работать. В этом смысл. Но наши ачарьи и вот в этой истории с Гопакумаром, Вайкунхаваси, спутник Господа Вайкунхи, говорят Гопакумару, все. Теперь, когда ты вышел за пределы материального мира, то есть вышел из власти Майи, теперь нет необходимости в том, чтобы повторять мантры. Просто сосредоточься на намакиртане. Вот. И что он и сделал? Когда он вернулся во Врадж, мы начали сейчас читать Бриха Бхагаватамриту, он был очарован красотой Враджа, забрел в Матхуру, услышал, как местные браманы поют стихи Бхагаватам и другие стихи из других бхакти-шастр. Вот. И потом под впечатлением он вернулся во Вриндаван Кишига, встретил духовного учителя и после этого начал петь намасанкиртану. Вот. Все. Больше мантры он не повторял. У меня был такой опыт в связи с этим. Во время Навадвип Мандала Парикрама 2007 год был день, по-моему, Гаурапурнимы, последний день, и было утром было солнечное затмение, лунное затмение, не солнечное, лунное затмение. Uh-huh.
И в связи с этим я думал, что мне делать? Начать сейчас повторять гайтри, потому что это очень благоприятно, что повторять гайтри. Вот именно в момент лунного сатмения можно повторить много гайтри. Ту же гопалу мантру можно взять, повторить 108 раз там ее. Вот. И в то же время я слышал, что рядом в Пандале преданные поют киртан. Вот. И я выбирал, повторять гайтри или петь санкиртан с преданными. И основываясь на этом наставлении, я пошел петь намасанкиртан. И не пожалел. Почему? Зная себя и свои способности в плане повторения гайтри, ну, немного бы я достиг повторения гайтри. Вот. Но намасанкиртан захватывает все чувства. Поэтому легче сосредоточиться. Ну, что знал, то сказал. Все. Да, здорово. Хари Кришна Махарадж, спасибо большое. Киртан – высшая форма бхакти, говорит Ачутан Прабху. Да. Киртан пришел. Хари Кришна Махамантра, Киртан Хари Кришна Махамантра исходит. Галокера Премадхана Нама Санкиртана. Он исходит из сердца самой Шримати Радики. Сердце, наполненное любовью, постоянно поет киртан. Шрила Гурудев, помните, когда рассказывал нам Харикатху, было много таких лекций, когда эта лекция прерывается на киртан. Говинда дамо дарама говинда дамо дарама давити. Этот киртан поют там. Все жители Враджа, гопи, точнее, ну, по крайней мере, все гопи поют этот киртан. Вот это, так Шрила Гурудев рассказывал. Когда они убирают свои дома, когда они готовят, когда следят за маленькими детьми, нянчатся с ними, вот, они поют этот киртан. Говинда дамо дарама давити, нама киртан. Никто там не повторяет, сидя в лотосе, мантры. Поэтому, да, нет необходимости на том уровне. Но на нашем уровне повторение гайтри очень необходимо, очень важно. Вот эта практика, которую нам дали ачари, она очень научна, и она помогает повторению святого имени. Я думаю, что у преданных есть такой опыт, как меняется повторение святого имени от повторения гайтри мантры. Есть ли еще вопросы? Если нет, то я... Да, если есть еще вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Хорошо. Большое вам спасибо. Благодарю вас за ваше внимание, за возможность быть вместе с вами и погружаться в харикатху наших ачарьев. Рады. Хари-хари. Дандаваты, Хари Кришна. Дандаваты, Дандаваты, рады-рады. Рады-рады-рады.